Всем привет! Император Александр II – весьма неоднозначный исторический персонаж, но тем не менее в российской историографии к его имени прочно прикрепилось прозвище «Освободитель». С именем Александра связана одна байка. Якобы в 1866 году он встретился с цыганкой, которая нагадала ему 7 смертей. Парадоксально, но предсказание начало сбываться почти мгновенно. На императора покушались 7 раз. В 6 из них ему чудом удавалось выжить. То один из зевак выбьет ружье из рук убийцы, то сам убийца окажется не в состоянии попасть в Александра с близкого расстояния, то правитель задержится на приеме и не окажется в своей резиденции во время ее подрыва. Однако седьмое покушение 1 марта 1881 года оказалось успешным. Игнатий Гриневицкий бросил бомбу под ноги Александру II. От ран, полученных от взрыва, вскоре скончались как император, так и его убийца. Цыганка оказалась права. Или это просто очередная выдумка, как вы думаете? Пишите ваше мнение в комментарии. А на этом все. Пока-пока.